Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня у нас в гостях Peugeot Boxer. На борту стоит C208. Мы его будем читать и писать без разборки с помощью загрузчика комбилодер. Сделать нам нужно следующее. Убрать EGR. Ну и сделать небольшой тюнинг, просили так. Мы открыли комбилодер. Выбрали вот здесь вот C208 PSA. Вот он у нас выбран. Для того, чтобы работать с расширенными функциями, нам нужно будет нажать кнопочку Ctrl. Включаем зажигание. Так, теперь делаем идентификацию ЭБУ. Идентификация у нас прошла успешно. Теперь выбираем флеш. Нет, сначала мы читаем пароль. Вот что мы делаем. Читаем пароль. Интернет должен быть подключен для работы с расширенным модулем. Проверка подписи включена. Пароль считан. Мы его кладем в подготовленную папочку Boxer. Пароль у нас успешно сохранен. Теперь мы нажимаем кнопочку Ctrl и нажимаем чтение. Ждем соединения и Ctrl отпускаем. Ждем до тех пор, пока не будет чтения. В общем, попытки сосчитать флеш прошли неудачно. Он постоянно грузит, 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 грузит. Загрузка драйвера и все. И ничего не происходит. Давайте попробуем поменять адаптер. Заходим в настройки, выбираем адаптер. Сканматик я поставил. И сейчас попробуем со сканматиком ее. Включаем зажигание. Так, идентификация. Есть. Вот то же самое происходит. Постоянно загружает, загружает и никак не может загрузить. Так и не смогли мы комбиком прочитать на машине этот блок C208. Постоянно только загрузка драйвера, загрузка драйвера, загрузка драйвера и более ничего. Сейчас попробовали снять с машины и будем пробовать это все дело подключать на столе. Блок подключили, давайте попробуем на столе сейчас все это дело подключить опять. Вернее, не подключить, а попробовать прочитать. Адаптер опять D-Link выбираем, его родной. Дополнительно и делаем для начала идентификацию. Идентификация прошла успешно. Так, нажимаем Ctrl для расширенных функций и нажимаем считать пароль. Неверный ответ EBU. Так, еще раз. Идентификация. Есть идентификация. Считать пароль. Пишет неверный ответ ЭБУ. Флеш. Пробуем читать. Зажали Ctrl расширенные функции. Неверно, ответ ЭБУ. Пробуем сканматиком. Идентификация. Пожалуйста. Считать пароль. Неверно, ответ ЭБУ. Почему? Давайте переключимся на коробку. Сейчас мы делаем
питание автоматически. Короче, подключил через адаптер Алексея Рыжкова с управлением питания, который... Вот он. На столе. И через сканматик. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. Так, включаем. Идентификация. Готово. Читать пароль. С адаптером Алексея Рыжкова без проблем. Вот пароль прочитал. Так, теперь давайте попробуем флеш. Нажимаем Ctrl и чтение. Опять что-то не хочет. Чтение флеш пошло. На машине этого вообще не происходит. Минут 15 я его долбил, он все пишет. Загрузка драйвера. И все, и ни о чем. Вот, пожалуйста, на столе без разбора читается. Форды вообще без проблем лепятся по ABD. Peugeot, Citroёn, но ни в какую. Ладно, хоть без разбора. Успешно завершена операция. Так, ну давайте сразу, наверное, EEPROM прочитаем, я так думаю. И опять он ему солит. Ну вот здесь побыстрее все прочитал. Завершить. Так, флеш, сохраняем. Файлы контейнеров. Сохраним один файл контейнеров, а другие разделим на флеш и EEPROM. Файл контейнер — это для восстановления. Вот здесь выбираем файл флеш. Нажимаем Shift и сохраняем. Есть. И EEPROM также. Выбираем EEPROM. Ну вот, все мы наконец-то прочитали и сохранили. Значит, что у нас получился? У нас получился пароль. Файл BCF — это контейнер. Там же флеш и там же EEPROM. И отдельно EEPROM и флеш. Вот они. Давайте сейчас отключать EGR, делать легкий тюнинг, ему небольшой просил, и заливать обратно. Ну, в общем, тюнинг и EGR off мы ему сделали. Давайте опять присоединяться к нему. Так, включаем зажигание, делаем идентификацию. Прошла успешно. Пароль нам уже считывать не надо. Берем флеш, загружаем. Так. Вот мы сделали тюн EGR off. Окей. Зажимаем Ctrl. И уже нажимаем запись. Окей. Записать только калибровки. Да, нам только калибровки и нужны. Он подсчет контрольной суммы делает. То есть не сразу, как на фордах. На фордах сразу махом раз. В общем, вывод такой. Комбилодер через дырку, через разъем, через ABD. Может через раз, может через 10 раз. Непонятно. На столе, да, вот он читает. Ну и тоже побарахтаться приходится. А через дырку читает нормально битбокс. Со сканматиком 2 и со сканматиком 2 Pro. Читает он и full, и калибровки. И записывает также без скрытия, без всего. Так что если есть необходимость через ABD все это дело читать, писать, то лучше, конечно, брать битбокс. Он с этими работает посолидней. Так, ну что, мы записали все. Давайте попробуем сделать идентификацию.
Все, идентификация у нас прошла. Сейчас пойдемте поставим на машину и попробуем, как она заведется после нашей модификации файла. Так, блок мы поставили на место. Вот он стоит. Давайте сейчас попробуем завести ее, эту машину. Если все удачно, значит, мы все правильно сделали. Так, ну пробуем включать и заводить. Все, машинка завелась, check engine пропал, EGR, поскольку мы выключили, набирает четко прямо, даже свист турбины слышен. Так, это все сбито, потому что мы снимали клемму аккумулятора, поэтому сбился, естественно, здесь год и так далее, часы, это потом сделаем. Ну, работа выполнена, выполнена успешно. Сделали мы вывод, что комбик читает и пишет эти блоки только со снятием на столе, но без разбора блока. Битбокс читает и пишет прямо через ABD. То есть, если мы не хотим снимать блок, то лучше приобрести битбокс. Он работает со Scanmatic 2 и со Scanmatic 2 Pro. Если мы просто хотим снять блок без разборки, тогда комбилодер без проблем на столе все это делает. Всем всего самого наилучшего, хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого здоровья. Всех с наступающим Новым годом, пускай все ваши желания и мечты сбудутся. Пока!